Вода добралась до высотки на правобережье Красноярска. Об этом нашей редакции сообщили местные жители. Они сняли эти кадры, на которых видно, что подтоплена часть подземной парковки на Мичурино. По оценке автора видео, уровень составляет около 30 сантиметров. В управлении ГУЧС по городу говорят, что о происходящем знают. Виной тому грунтовые воды, которые поднялись из-за увеличения уровня Енисея. Заниматься откачкой обязаны собственники парковки. А уровень воды в Енисее продолжает падать. Сегодня он снизился еще на 7 сантиметров и составляет сейчас 442 сантиметра. Сброс на Красноярской ГЭС при этом держится в районе 7 тысяч кубометров в секунду. На станции по-прежнему открыты 4 затвора. Хотя ранее предполагалось, что 9 июня сброс увеличат до 7,5 тысяч кубометров. И откроют 5-й затвор, а с 12 числа до 8 тысяч. Но сегодня Енисейское бассейновое водное управление отправило в Федеральное агентство водных ресурсов предложение оставить пока сброс на уровне 7 тысяч кубометров в секунду, как сейчас, и не повышать его.